Итак, всем привет, ребят, и буквально, сегодня ночью, да, прошел стрим по Shadow of War, и, ну, я бы, честно говоря, не назвал его стримом, потому как нам не показали вообще ничего нового, там, цацкались с скиллами, это было минут 40-42, и, короче, все, что нам там показали нового, это, типа, то, что, ну, вот эта баба, которая играет, она вообще инвалид, это тоже показали. Я думал, она нормально играет, она вообще пиздец, просто, ну, отвратительная тёлка. Короче, фишка, она показала нам, ну, не она, а вот эта вся братва показала нам скиллы бойни, типа, ну, Талиона, вот эти казни, последние шансы, вся хуйня, и, короче, у каждого скилла есть три прокачки, то есть подпрокачки. Там, типа, допустим, контратака, это там, допустим, контратака с клеймением, контратака с добиванием и контратака, если, типа, подгадаешь момент, последний момент, типа, ты его убиваешь. Тот, кто тебя атакует, сразу умирает, если ты проводишь контратаку. Но это не работает на капитанах и Карагорах, ну, а на всех остальных, по сути, тоже. Ну, короче, только против рекрутов, таких бомжей, короче. Все, там, особо ничего нового показали, типа, что, ну, Чубзик сказал, типа, что хилки, теперь не будет этих, типа, кустов, да, которые хилят. И, ну, вот этих кустиков, там, цветочков, ну, знаете, вы же как бы играли. Поэтому теперь, типа, получаешь хилки, типа, если клеймишь урука и, ну, орка, и, короче, высасываешь с него здоровье, вот это, на Б, типа, нажимаешь, он так стоит, руку, типа, высасывает, и потом ты, типа, получаешь ХП, и там стрелы, вся хуйня. Короче, ну, показали, типа, что, ну, там прокачки реально дохуя качаться, но зато есть бесконечное добивание, то есть добивание теперь идет не от вот этих типа цифрок, получается, критов, а добивание, там есть такая полосочка вверху радара, типа как ярость, и типа когда она доходит до конца, тогда ты можешь провести контратаку. Там она вообще по-разному, набирается, но в основном это типа ты шпиздишься, да, правильно, там люлей навешиваешь, и она набирается. Получается, там были скиллы прокачки. Даже когда ты, типа, в последнем шансе удачно, типа, проводишь контратаку, то ты, типа, встаешь, у тебя полная ярость, и ты начинаешь всем пизды наваривать. Короче, казнь на земле тоже там свои нюансы. Я скину видосы, сам посмотрите, там минут 40, там буквально хуйня. И, короче, бесконечная ярость, это вообще что-то имбовое. Короче, сказали, что все скиллы, которые будут требовать ярости, типа, ну, то есть будут проводиться бесплатно. И ты, типа, бьешься, пока у тебя не закончится. Но я так понял, она может закончиться только когда врагов не останется. И, соответственно, ты, типа, ничего не будешь делать, и тогда она выйдет, ну, из этого. Типа, из строя. Как-то так. Короче, что там у нас еще было? По-моему, был Олахай, да. Короче, она пыталась провести контратаку, но у этой шлюхи вообще ничего не получалось. Она умирала буквально каждые секунд 10. И, короче, криворукая, блядь. Там ее убил Олахай, и там такая брутальная анимация пошла, что пиздец вообще. Он, короче, берет, бьет тебя булавой, потом добивает ногой, потом еще раз булавой, потом ногой в рожу раздавливает. Это пиздец. И, короче, типа, была такая штука, что он сломал твой меч, и, получается, сказал разраб, типа, если ты его найдешь и убьешь, то ты, типа, прокачаешь свой меч. Ну, типа, вернешь его и, типа, прокачаешь. Это прикольно. Ну, так. Вообще, ну, мало чего показали. Показали одни скиллы, то есть, там, она бегала, дралась. Вот как-то так. Да, дату релиза, кстати, перенесли на 10 октября, по-моему. Пиздец. Ну, там, типа, по причине того, что они хотят долизать игру до совершенства, и, типа, чтобы предоставить нам этот идеальный, типа, товар.
Мне кажется, он там просто... Он увидел эти баги, типа, когда вот эти чубзики выходят и, типа, говорят с закрытым ртом, его это взбесило, и он решил, все, переносим на 2 месяца, все, я психанул. Короче, но зато нам сказали, типа, что вот за то, что мы, типа, переносим эту хуйню, то мы, типа, дадим дохуя геймплея, типа, на E3. И типа, так что, типа, чтобы мы не расстраивались, но я лично расстроился, ну, я реально ждал, а тут как бы нас кинули. И... Ну, в принципе, ладно, в принципе, сентябрь, да, там, месяц хуёвый, там, учеба, вся хуйня. Типа, блядь, ну, как-то так. Ну, хорошо, я ссылку оставлю, ребят, посмотрите. Ну, честно говоря, такое, я бы пошел что-то другое смотрел. Сейчас я пойду серии смотреть древних. Ну, в натуре там тупо нехуй делать. Она бегает, тупо дерется там на одной и той же карте, на одной, ну, на Нурне бегает, там в крепости подыхает. Ну, можете только посмотреть, какой лохай вот эти рекруты дерутся. Все. Кстати, их тоже нельзя перепрыгнуть, что я заметил. Даже рекрутов. Он типа, ты бежишь по шее, и он только берет тебя и в землю швыряет. Ну, как-то так. Все, короче, инфу я донес, ссылку оставлю. Ну, я бы, блядь, не советовал смотреть, правда, ну, это какое-то говно. У них, видимо, времени было мало, он же говорил, типа, что у нас нет времени, типа, постараемся все впихнуть. Одну ветку показали, блядь. Кстати, да, я был прав, ветки истории, типа, ты получаешь, когда ты проходишь миссии. Там, клеймение, вот эта вся хуйня. Ну, короче, разберемся, разберемся, ребят. Давайте, всем удачи. Да, и не сильно расстраивайтесь, я, ну, насчет переноса игры... Ну, блин, ну, лучше же получить как бы качественный, да, товар, чем говно. Чем они его потом будут во время, когда мы будем уже бегать, напиливать эти патчи, нахуя. Все, всем пока.